В связи с весенним потеплением лед на водоемах тает. Так, толщина Волжского льда на разных участках уже сейчас от 8 до 39 сантиметров. Как сообщает ГИМС Чувашии, при плюсовой температуре в течение 3 дней прочность льда может понизиться на 25%. Особенно опасно ходить по льду там, где быстрое течение. Спасатели обращают внимание на опасную зону в районе лодочной базы. Там образовалась промоина шириной до 50 метров. Несмотря на неоднократные предостережения и реальную опасность, любители рыбной ловли по-прежнему выходят на лед. Во время последнего рейда было обнаружено 25 рыбаков.